Привет всем. Доброе утро, друзья мои. Сегодня ночью прошел дождь. Я утром проснулась. И мне моя племянница прислала открыточку с праздником Курбан-Байрам. Друзья мои, хочу поздравить всех мусульман всего мира, россиян, с благословенным праздником Курбан-Байрам, или как его еще называют, Ид-Аль-Фитр. Пусть, друзья мои, Всевышний примет все наши благие дела, простит нам все грехи и дарует нам счастье в обеих мирах. Друзья мои, вот какое счастье, что мы в нашей стране живем бок о бок, все конфессии, и мирно, дружно все мы сосуществуем. Да что говорить, у меня в семье столько религий. Если честно сказать, я даже и не знаю, может две, может три, а может и все пять. Ну, три-то точно. Поэтому, конечно же, мы все очень трепетно относимся к этим праздникам. Да, Федь? Да. Ты поздоровался? Да. Вот так. Вот Федюшка вчера говорит: баб, ты мне блинчиков испечешь? Точно. Да. Ну а как же сегодня не испечь блинчиков? Друзья мои, поздравляю всех мусульман и не мусульман, и православных, и иудеев, и всех конфессий с прекрасным праздником Курбан-Байрам. Проведите его в добре, в сердечности, со своей семьей. Друзья мои, всем всего самого доброго и хорошего. Пока-пока.